Участники образовательного проекта «Я гражданин» и профориентационной смены «Город мастеров» встретились с кандидатом исторических наук, членом-корреспондентом Академии военно-исторических наук, директором Новороссийского дополитехнического института Татьяной Лоховой. Можно только искренне позавидовать возможности нашего времени, нашей страны создать такой центр для детей, и поэтому патриотическое воспитание, оно здесь даже о нем говорить не надо, оно работает везде, во всех проявлениях, в том, как дети учатся, как они взаимодействуют друг с другом. Поэтому патриотизм, безусловно, это важное явление, которое мы изучаем, с которым мы живем. Это наша жизнь. Тема «Первое слово о патриотизме». Татьяна рассказала участникам профильных смен о городах-героях, городах воинской славы и о памятниках, посвященных Великой Отечественной войне. Что такое патриотизм? Об этом рассуждали многие философы. Например, английский писатель Клайв Стейплс Льюис или древнегреческий философ Сократ. Гостья смены рассказала, как понимали слово «патриотизм» выдающиеся исторические личности. В своих научных достижениях Льюис, например, выходит к четырем видам патриотизма. Он, во-первых, рассматривает патриотизм как любовь к дому, к старым друзьям, к знакомым лицам, к знакомым видам, запахам и звукам. То есть то, что нам с детства вызывает приятие. Участникам движения «Пост номер один» Татьяна пожелала исполнения их самых дерзких мечтаний. Ведь именно они двигают нашу страну вперед.